Выставка под названием «Русь моя родная» знакомит с творчеством и увлечениями сразу трех талантливых женщин – художника-реставратора, скульптора и коллекционера. У них разные судьбы, но всех троих объединяет одно – любовь к старине и стремление сохранить для потомков то, без чего невозможно представить православную Русь. Художника можно назвать служкой Божьей. Господь – это творчество, это красота. Красота спасет мир. Это немножко светское переложение божественных слов, но в этом есть некая корреляция. Любовь Егоровна Подчапаева всю жизнь проработала в музее-заповеднике Коломенское, где реставрировала иконы, шитые оклады, экспонаты из драгоценных металлов и многое другое. Она влюблена в свою профессию, поэтому помимо личных живописных и декоративно-прикладных работ, копий и калек икон, представила на выставке фотографии, рассказывающие о том, чему она посвятила 45 лет своей жизни. Это такое наслаждение, это вся моя жизнь, о которой я думаю днем и ночью. Работа очень сложная, и в основном время их не щадило, конечно. И чтобы показать автора, в общем, нужно приложить немало усилий, знаний и руки. Давно ей говорили, что надо делать выставку. Она все откладывала, откладывала, но вот, наконец-то, выставка ее свершилась. Я очень рада за нее. Жизнь Марины Ивановны Алексеевой также связана с иконописью. Скульптор по профессии, она уже много лет в составе стенописной артели «Радость» расписывает православные храмы по всей России. Впрочем, не забывает и о других направлениях. На выставке представлены ее графические и скульптурные работы. Я только недавно начала вспоминать свою профессию скульптора, перекладывать законы иконы на плоскость. Графика тоже. Условный язык иконописи на себе вот этот отпечаток имеет. И все слилось в едином движении. Органично дополнили выставку в историко-культурном центре старинные народные костюмы и аксессуары известного видновского коллекционера Ольги Чеботаревой. На торжественном открытии видновская художница Анна Мезина подарила коллекционеру ее портрет в русской национальной одежде, который также займет место в экспозиции. Полюбоваться работами можно до 6 октября. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.